Друзья, всем привет! Сегодня у нас 31 августа. Время 8:30 вечера. У нас, да, дайте, какая температура? Плюс 30. Вот такие вот дела. Вот решил поснимать цветочки свои. Это давно таких обзоров не было. Что да как у меня тут растет. Вот сингониум я покупал, наверное, месяц назад. Пересадил я его в такой горшочек, брал в фикс-прайсе. Он у меня без отверстий. Я сперва подумал, что это два вида сингониума. Ну нет, оказалось, это один вид. Один сорт или вид, как там, как правильно сказать. И вот он прям пошел в рост. Сверху, как всегда, у меня целит барсик стандарт для красоты. Так, дальше. Это вот моя многострадальная хоя лизианта. Это родной, ну так скажем, материнское растение. Растет в личузе. Оно мне то болеет, то не болеет. Ну, короче, никак оно у меня не даст нормального роста. Я уже обрезал ее. Сейчас покажу. Вот ее отросток. Ну вот вроде после обрезки. Ну вот новые листики пошли. Это вот обрезанная часть. Вот я посадил, положил. Еще уже жара, не могу. На работе и дома этой жара еще, ой, караул. Поставил воду на укоренение. Вот 26.05. 15.06 я добавил личузу. Воду. Добавлю. Воду меняю я тут, короче, раз в неделю где-то. Постоянно он у меня тут то с удобрениями, то со стимуляторами роста, то против болезней. Короче, всякого всякого. Сейчас я достану, глянем, корешки какие. Вот такие корешки в личузе. Надо назад засунуть и пускай стоит дальше. Так, присесть, что-то уже ноги болят, ходить на работе находился. Так, Imperial White сингониум. Был один листик, когда мы его посадили, 28.07. Так, 12.08 дал первый лист. Короче, получается так, смотрите, это вот мой листик уже, ну, домашний, так сказать. Вот он выгоняет второй, то есть, ну да, второй домашний. И в чем такая вот фишка? Этот листик упирался в стаканчик. Надо ему поменьше сделать. И переломился. Отгнил или как-то. Ну, я убирать не буду. Но он, видите, какой вышел. Вроде бы как хороший. Посмотрим, какой вылезет второй. Растет, напомню, еще раз в личузе. Так. У меня тут еще есть вот алоказия кукулата, три домашних, прям домашних. Там он лезет, еще четвертый. Полита нормально. Когда я ее посадил тут, а вот 16.05 в мае купил я пророщенный клубенек с одним листиком. Так, что у меня тут еще? Это пока отставим. Моя хойка. Австралия. Австралийская Лиза. Австралиан Лиза, или как там это? Так, поправьте меня. Вот такая вот. Растет пока в маленьком стаканчике. Я просто добавил сюда грунта. Ну, чтобы она корней наросла. Было всего лишь два. Вот видно там вот. Вот этих вот. Два листика, вот этот и вот этот укоренённый, а это вот этот
Вот это все сверху уже домашняя растительность. Так, опять этот уберем, потом расскажу. Вот эуфорбия кнути. Вот пошла моя уже в рост вот здесь. Вот она. Вот. Короче, я ее вот так вот представляю, меряю. Вот по вот этой меточке. Но она ниже вот так вот была. Вот это вот сантиметра 3 уже сколько там наросло. Надо ее, надо вот так обрезать или вообще обломать и вставить сюда. И они, короче, получается каудексная. Они там переплетаются между собой. Ну, получается очень красиво. Ну, пока еще пускай порастет. Так, вот это опять отодвинем. Фикус мой. Фикус. Как он тут называется? Эластика Микс. В Леруа Мерлен купленный. Вот так вот он выглядит. Очень даже классно. Мне очень нравится этот новый лист. Выгоняет он. И следом вот он идет дальше листик. Сейчас он что-то в росте притормозился. Но так отлично, мне нравится. Так, это мои драконовые деревья. Пересаженные в классные горшки. Прям отличные даже. Ведут себя хорошо. Это вот одно. А это вот второе. Вот, наверное, вот он. Оно растит новую макушку. Ну, как новую. Ну, в рост пошла. Ну, вот так вот алаказия Black Velvet выглядит. Это вот ее домашний последний листик. Прям классный. Прям такой, я скажу, большенький. Я ее срезал, срезал. Она цвела, цвела. Я ее резал, резал. И вот еще гонит лист новый. Это уже отлично. И там где-то там, вот она. Видно будет, нет? Вот детка лезет. Вот такая красота. Утром ведь, ну, утром я ее брызгаю перед работой. И с работы прихожу тоже, опрыскиваю. Так, вот второй мой стол. Такой бардак творческий. Ну, тут все по фэншую. Вот он, сингониум мой. Разросся прям. Ну, это обычный сингониум. Я не знаю, какой он там, простой как. Из двух кустов. Тоже растет в личузе. Тоже он долго ее принимал. Очень долго. Практически весь раз, ну как, погиб. Покинул почти меня. Ну ничего, он нормально отстоял свою позицию. И прижился. Вот нормально. Вот такие вот листы. Так. Этого строманта. Или не строманта, или марант. Ну, смарантовых, короче. Я вот ее всю обрезал. И вот, смотрите, новые листики. Гонит прям. Прям отлично гонит. Поливаю, опрыскиваю. Ну, все как всегда. Так, что у меня тут? Это вот детка алаказии Black Velvet. Ну, клубенек пророс. Прям такой. Ну, палец, да? Ну, хорошая. Хорошая, прям радует. Еще не может не радовать. Вот алаказия Амазоника Red, как было написано на заводском горшочке. Это я переукореняю ее. Вот дает уже второй домашний лист. И там еще должны... Вот сюда... А, вон видно, вон зелененькая. Еще... будет росток. Это от моей лошади. Вот
Это Лаказия Red Shields. Regal Shields. Red Shields, я уже заговорился. Вот там вот тоже у меня мох с фагном. И C-Elite. Барсик стандарт. Вот такой вот результат. Красивый вообще. Шикарный лист. Смотрите, как он выглядит. Так. Это Crassula Coral. Вот такое деревце. Бонсайщик. Бонсай. Или как там правильно. Вот у него такие. Видите, закрученные листики. Такое интересное выглядит оно. Классно. Так, это у меня Эхиверия Этна. Переукореняю. Что-то не получается у меня никак с бородавками, с этими. Вон, видите, там вот корешки пускает. Я сейчас ее стараюсь меньше поливать. Сделал пространство там, чтобы корешки воздушные пошли, и она укоренилась. Тут у меня очередной эксперимент. Все загерматизировано. Тут дырочки были, я залепил скотчем. Это я так поливаю со шприца. Там у меня клубенек Alakazia Regal Shields. Я отломил. Он уже вылез на улицу. И я поставил туда на укоренение. Так, что еще? Да, вот огурцы у меня эксперимент. Это садик суккулентный. Там что-то дохленький какой-то. Вот опять мои бородавки. Никак. Это Эхиверия Raindrops. Капли дождя. Что-то никак. Вот она верхушечку дает. И не хочет дальше расти. Это Эхиверия Trumpet Pink Premium. У нее бородавки с тыльной стороны. Он тоже как бы вроде пытается. Ну никак. Ну пробуем. Не, как говорится, Москва не сразу строилась. Это у меня помидоры. Вон, видите. Посадил 5, пока 3 выросло. Так, ну это вот мой дракошка. Это домашний листик. Это вот детка. Ну, клубенек, видать, пророс. Все показываю, как есть. Это от залива, перелива, недолива. Чего там еще быть? Требуйте полного долива пива, да, после отстоя пены. Это вот родной лист. Так выглядит перелив. Переувлажнение, так сказать. Ну что, вот такие. А, вот это. Куда стоять, да? Только собрались уходить. А у меня еще тут кое-что есть. Опа. Мотлет. Сингониум Мотлет. Дополнение Rawhead или Мохито. Вот такую красоту я себе приобрел. Прям вообще шикарный. Прямо даже сказать, отличный. Это, я так понимаю, междоузлие. Было срезано и втыкнуто на укоренение. Но я его пока трогать не буду. Пускай посмотрим, когда он выгонит лист домашний уже. И тогда будем смотреть дальше, что с ним делать. Ну, лист вообще, он просто классный. Вот, слов нету. Короче, после дракона он получается у меня второй из любимых будет по структуре листа, листьев. И он еще рифленый вот такой вот. Ну, он не гладкий, а как выпуклый такой вот. Ну, классно. Ну, все. Вот такой небольшой обзорчик. Спасибо за просмотр. Всем класс. Там, всем до свидания. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ага, а не тут-то было, да, я вам скажу. Вот я хочу показать свою очередной раз
в очередной раз хойку свою. Я на ней обнаружил вот такой лист. Может, кто подскажет, будет видно вам или нет. Вот видите, я сперва подумал, это грязь. А это нифига не грязь. Это вот какая-то штука на листе. Как бородавки какие-то, непонятно. Но я вам ее так сейчас поближе покажу, как она выглядит. Вот она, видите, как. Вот есть даже вот такое вот, как это, варигатность или сплэш, как это называется. Это один сорт. Это не два, это один сорт. Она недавно у меня цвела. Внутри тут где-то был цветонос. Но я ее занес. Почему в кухню занес? Из-за того, что ветер был, и он ее повалил. Вот она такая пыльная, я ее тоже опрыскиваю. Что я с ней делаю? От слов ничего. Не обрезаю. Не, там, я не знаю. Ну, короче, она у меня и засушливая, и заливаю я ее. И что я только с ней не делаю? Листья, короче, тут разнообразны. По форме. Опа, опа-на, опа-на, опа-на. Вот это да. Короче, она еще решила меня затести. Вот они. Блин. Короче, цветоносы, вот они. Короче, она как кактус меня решила это порадовать. Тут опора металлическая вот такая по кругу идет. Вот такое сердце. Да, и что вы там, может, подскажете вот по той проблеме, по бородавкам на ней. Что это может быть? Вот теперь, наверное, точно. Всем пока.